Ребята, привет! Добро пожаловать на наш канал или добро пожаловать назад на наш канал. Мы еще живы, как бы вы могли подумать, потому что с последнего видео достаточно давно вышло. Но все дело в том, что мы занимались достаточно нудной работой все это время. У нас было покрытие, шлифовка. И поскольку у нас места мало, все части покрывались и шлифовались в разное время. Это было очень пыльно, грязно, но на самом деле очень скучно, потому что показывать 10 минут о том, как мы занимаемся одним и тем же, ну, наверное, было бы не очень интересно. Хотя в этом видео вы кусочек небольшой все равно увидите, потому что мы более подробно покажем технологию, собственно говоря, которой мы придерживались, когда мы делали наши замечательные детали нашего суперприцепа. Ну а вообще сегодня у нас важный день, у нас сегодня вынос тела из дома, как вы можете заметить, потому что сегодня мы наконец-то поменяли декорации, мы сегодня, видите, не в помещении снимаем, у нас окончательно бесповоротно наступила весна. И уже достаточно на улице тепло, чтобы можно было работать, наконец-то, не в помещении. Ура! И сегодня мы, собственно говоря, выносили части прицепа, самые крупные, то есть вот это наши стены прицепа, как мы его эпично выносили, вы тоже сейчас посмотрите, может, посмеетесь, потому что нам было и смешно, и грустно одновременно вынести все-таки со второго этажа по непрямой, а по винтовой лестнице вот эти детали. Ну, в общем, это было эпично, потому что там плюс-минус сантиметр, и мы бы не прошли просто в пролет. Но все это, в общем, детали. На самом деле, посмотрите, какая красота у нас получилась. Это уже готовый, покрытый 5 слоев эпоксида здесь у нас на наших стенах. И 5 раз прошлифована вся эта история. То есть как мы покрываем первым слоем, вы сейчас увидите, грубо говоря, в следующем кадре. И про то, как мы конкретно, какой технологии мы придерживаемся. То есть нас очень часто спрашивали в комментариях в Инстаграме, и на Ютубе у нас спрашивали, мы клеим в стык или мы клеим внахлёст, чем покрываем, как пользуемся. Сейчас мы все покажем. Ну и в итоге вот это финальная работа. То есть это уже все, конец истории. Он еще очень пыльненький и грязненький, и вот эта пыльненькая и грязненькая у нас сейчас просто по всей квартире, ребята. Это на всех трусах, лифчиках, на всех вещах, просто в каждом углу у нас сейчас это пыль, но оно того стоило, потому что получилось, ну, как мне кажется, очень-очень красиво. На солнце, ну, то есть на прямом свете выглядит еще даже лучше, чем в помещении, хотя и в помещении мне казалось, что просто сказка-сказка. Вот, шлифовалось все это, как я уже сказала, несколько раз, и Андрей шлифовал все это с помощью обычного шлифовочного круга. Сначала, значит, был 120, потом 240, потом 300, потом 400, потом губка. И вот это, собственно говоря, финальный, очень гладкий такой чудесный результат. Мне кажется, не знаю, даже на заводе лучше не сделают, честное слово. Очень прям приятно, очень красиво для глаз. И я не знаю, сможете ли вы на камере сказать, где здесь шов. Да, вот так, если не глядя в следующий кадр, остановите, поставьте на паузу видео и скажите, где здесь проходит шов. Если угадаете, вам просто лайк. И нам лайк заодно. Вот, так что давайте смотреть, как мы сделали такую красоту.
Ребят, ну что же, посмотрели вы, собственно говоря, шлифовку, точнее, нанесение раствора, шлифовку и всю остальную пыльную, грязную, нудную, но очень-очень важную работу. А, собственно говоря, если у вас есть дополнительные какие-то вопросы, потом как, чего мы делаем, если что-то было непонятно из видео, задавайте в комментариях, мы постараемся ответить. А если вдруг мы не отвечаем в тот же день или даже на следующий день, вы, пожалуйста, не обижайтесь, потому что у нас все-таки и прицеп, и работа, и двое детей, и мы не всегда успеваем, ну, что называется, up-to-date, отвечать на комментарии. Но обязательно все читаем и стараемся на все на них отвечать. Если что, задавайте вопросы ваши в Инстаграме, там мы более оперативно сможем вам как-то помочь по вашим вопросам. То же самое касается материалов и где чего брали, как что называется, как что разводить. Если вдруг вам интересно более подробно, то мы вам расскажем. А сейчас предлагаю посмотреть, как мы все это тащили сегодня. Друзья, спасибо большое, что посмотрели наше видео до конца. Если вдруг вам что-то непонятно, задавайте вопросы, оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на наш канал. У нас, кстати, если вдруг еще нету, то вот буквально на днях, надеюсь, будет 100 целых подписчиков. Трехзначное число. Наконец-то, да? Через полгода. Ура, ура, через полгода. На самом деле, большое спасибо всем, кто на нас подписан и кто еще на нас подпишется. Мы очень рады, что вы нас смотрите, что вам интересно. Надеемся, что это реально приносит пользу, и, возможно, вы тоже вдохновитесь сделать что-то подобное, точно так же, как и мы, потому что это достаточно интересно. Да, трудно где-то, где-то грязненько, конечно, но очень интересно, и я думаю, что результат будет просто прекрасный. На чем-то том, что вы сделали своими руками, можно будет попутешествовать. Это практически как собрать собственную машину. Так что большое вам спасибо. Подписывайтесь, приходите еще. Ставьте лайки. Пока, до следующего видео. Пока-пока.